Я призываю вас, дорогие критики, дорогие коллеги, вспомнить священную клятву. Так как же там тебя? Гиппократ! Гиппократ! Клинический случай постановкой с таким неоднозначным названием открывает гастроли Рязанский театр драмы. Спектакль поставлен по пьесе английского автора Рэя Куни. Правда, изначально это должна была быть комедия о положении, но режиссер решил подать ее по-другому. Во-первых, это веселая комедия, искрометная, но не лишенная ноток мелодрамы с непредсказуемым финалом. Определенный моралите существует в этой комедии, это не просто комедия положений. История разворачивается с неуловимой скоростью. Дэвид и Хьюберт – лучшие друзья с 20-летним стажем, которым не мешает разница социального положения. Однако в один из предрождественских дней все рушится, благодаря внезапному появлению старой знакомой – медсестры, которая утверждает, что главный герой – отец ее 18-летнего сына. А слушай, а вы уверены, что это не так? У меня в клубе вас тогда никого не было. Сначала я хотела вам сказать, но потом решила не портить вам жизнь. Если бы вы знали, как на детских фотографиях он похож на вас. Кто похож на меня? Ребенок. Черт, все-таки ребенок, я думал, не послышал. Из-за лжи героев история превращается в настоящую путаницу, которую все же распутывают удачно. Это ординаторская. Она только для врачей. Я тут как раз одного доктора ищу. И маму туда взяла. Кстати, клинический случай был поставлен на рязанской сцене в конце января. Кроме него, в рамках обменных гастролей Рязанский театр драмы представит орловскому зрителю и другие спектакли. Мы привезли «Школу соблазна». Это такая, знаете, вещь, мелодрама, но с комедийным уклоном. Не знаю, больше рассчитана на женщин, но я думаю, что мужчинам будет тоже интересно ее посмотреть. И привезли спектакль «Вышел ангел из тумана». Это мелодрама, серьезная мелодрама, которая для всех, действительно для всех, для любого возраста, который заставляет людей в конце, ну, как минимум, расстроиться. Наталья Чунина, Эдуард Чернаускас, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной».